Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, все на месте. Вода есть, еды никакой. Ну, и что же это такое? И сколько же это будет продолжаться? И чем мне вас кормить? Могу я пройти? Дэнь, тут вода есть. А вот воды ни куски, ни грамма не осталось. За штаны не надо меня. Отойдите. Люди, люди. Отойдите. Щенятки. Отойдите. Нашу миску потырили, которую вчера мы оставляли. Кто? Откуда же я знаю? Миска приглянулась, значит. О, смотри, как было, так и осталось. Ну, поменяем, да, воду. Раз, два. Раз, два. Некормленный. Тут уже вообще все вылезали дочисто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Они все за тобой побежали. Я король щеняток. Угу, король щеняток, да. Ну-ка, давай попробуем их завести к этой девочке. Какой? Развернись. Вон, видишь, виляет хвостом. Иди сюда. Ну-ка, бегите, бегите. Опять едят мои тапки с голодухи. Ты маленький, давай, вперед. Ну что? Ага, это миска уже у этой, которую мы вчера оставили свою. И тоже у нее ни воды, ничего. Вот, пожалуйста. Вот так вот. Без ничего сидим. Даже не поенная. Тише, тише, тише. Ты мне сейчас цепью. Миска пустая. Как потерялся? Ты посмотри, они сосут. Они пытаются сосать. Не, стой, пусть пососут. Они еще подсосные. Где воды нет? У нее еще, может быть, молоко есть. Во, смотри, пытаются сосать. И она терпит ничего. Может, еще и молочко высосут из нее. Ну, а эта вот самая маленькая, рыженькая, она всегда растерянная бегала. Так, ведро наше забери, не надо. А у нее есть вода в этой большой белой? Сейчас принесем ей воды. Так вот вода. Так налей вон в мисочку ей. Смотри, она стоит, и они ее сосут. Дорвались наконец до молочка. Сейчас отдадим твои макароны. Ничего. О, вот что творится. Вон, колхоз. Весь колхоз сосет. Она спокойно дает пососать. Может, что и высосут. Они же молочные еще совсем. Они же маленькие. А это и грунья вон. Самая шустряночка такая. Иди. Тебе просто не досталось соска, да? Так, ну что, посмотрим, кто там с хозяином. Мяу, да, ты тоже не кормленный. Тофа где неизвестно. Саша, вы дома? Он закрыт. Если Саша не хочет, он не откроет. Так, за тобой пошел. Ну-ка давай назад, а то потеряешься. Иди ко всем. Давай мы с собой. Куда с собой? Куда нам с собой? Ты посмотри, где 9 штук. Ну, беги. Питер заберем, а там приют. Приют. Сейчас мы будем возить в питерский приют. Всех, кого понатаскивали тут.
Ну, только ты можешь куда-то пойти и хоть себе что-то найти. Это Селикс, улица Здановича, 61. Заходите сюда! А и заходите, посмотрите. Идите, идите. Я там что-то была. Нет, вы этого не видели. Заходите.